вместо, пожалуйста, ауру коня, так, файер здесь поставьте и ауру на каст, наверное. Потом на фрост поставить третью фазу. И че на пол? Да, со схопалу дай. На всякий пожарный. Да, можно было в другом дать, ну ладно. Ничего страшного, мало ли что случится. Он пожертвует собой там ради чего-нибудь. Так, давайте сочу на пол. Так, все готовы, я запускаю бой. Добро пожаловать, герои. Так, в десятке мы его будем там держать, возле ворота, где он стоит. Кастеры, ренжу возьмите между собой, не стойте в кучу. И держим дистанцию друг от друга и дистанцию от босса, чтобы не поймать салок, не топать. Рейндж должен быть от босса 20 метров. Че, я первый начну? Давай. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Кормак, пронзающий ливень. Блять, все не делся в танком. Боже мой. 4, 3, 2. Я думаю, что ты не пробуем. Без Т4, пока мы его будем. Бомба Мелизона аккуратно. Так, у нас же будет время, да, по-моему, между боссом. Угу. Как раз думаю, что... Сексик дашь боб по бодифюре. Оптик вспомни дашь боб по команде. Высы служил. Смобольте там переключитесь немножко, побейте смобольте. Смобольте не забывайте подбегать под боссом. Я 5 стаков заберу. Забираю. Уже аккуратно со Смобальтом, кто там шипы? Смобальта бейте. Хорошо, он вышел в службу. Выходи, выходи, выходи. Поближе подойди. Под босса встать можешь? Уже аккуратно. Еще ближе, вот сюда. Два шага вперед сделай. Забери. Забери босса. Боб. Чики инер по холипалу. Холипал у нас прошочек, если что. Снобальта сыграйте, потом босс. Быстрее снобальта, снобальта, снобальта. Надо бой скинуть. Все, босс выбираем. Все, успел поменять. Теперь всем другое дело. Так, забираю его дед, который двигается. Один. Можете обдотать его пока, но не бейтесь ему. Шаман Геров. О, кислотный. Это левая штучка, левая. Стойте немножко рассредоточенно. Очень близко стоите. Сразу... О, разморозил, супер. Разворачивай быстрее. Разворачивай, тогда сейчас 20 будет. Мелики там уешьте немножко, привыть. Сейчас опять сплюнет. Есть дебаф. Исполина. Исполина. Исполин, подведите. Ага. Все, к черепу подходим, размораживаемся. Все, я забираю, который двигается, а ты, который стоит на месте. Так, смотри, сейчас первая, которая стоит на месте, вот ее хватай. Забирай. Я эту заберу. Агро скинь. Все, мой.
Давайте двигай еще. Сейчас второго уже будет. Правда. Вы уже мелики. Мелики пришли на другую бить. Кастер добивают. Мелики бейте та, которая сейчас самая на месте стоит. Готовьтесь обливок скоро. Кто будет фаером, подойдете к печеньке, разморозите меня. У кого будет дебаф. Лужа, аккуратно. Ок. Нет, уже. Блядь, вот. Сука. Нет, вот лужа появилась. Не плюнула что-то. Ладно, сейчас на меня. Сейчас, будет. Если плюнет, да, подойди ко мне, подвешь. Сразу. Может сразу повернуть в мою сторону. А нет, лучше не поворачивай, лучше не надо. Сейчас после. Угу. Сейчас лужа будет аккуратно, ребят. Все, лужа уводи. Подрожи уходим. Надо, чтобы ты разморозил, потому что там. Потому что сейчас босс вылезет. Все, супер. Добивайте. Босс уходит. Копал сейчас меня. Поддерживает. Добили? Добили. Красавцы. Стакаемся под щит. У нас не будет хантерского пета. Хантерского аспекта, так что поэтому смотрите, как откинет, камеру разворачиваем и смотрим, где череп. Череп увидели, от черепа убегаете. Фридом. Стакнулись, когда ебало к боссу. Скучковались. Сейчас смотрим за черепом. Развернули камеру, смотрим, где череп. Видите, где череп? Порошочек. Сразу от черепа. От черепа убегаем. Порошочек у нас. Все, красавцы. Тотемы переставить и дамажим. Тотемы всегда убираете по пути, потому что тотемы врезаются бывает. Фридом. Лок, попробуй. Ладно, сейчас так. Смотрим на ком череп. Камеру развернуть. Смотрим где череп. Череп на мне. Бьёрный череп. Видите? Сразу череп убегаем. Переводим. Бьём, то есть. Еще два врезания, босс падает. Сальва будет молок? Я тебе сейчас это... Бей, у тебя дух висит. Мах слабенько дает дух, то есть думал, больше буду давать. От черепа сходим сразу, видите, где череп? Бегаем. Последнее врезание на мне. Зефири, то есть. Добиваем. Все чудовища повержены. Рецепты потом пороли в конце рейда. Да, шмут порол, конечно. Мак Лок. И Прист. Лок лица. Великий.
Вот этого шамана и бери в гильдию. Ага, он не пойдет. Захочет сам напишет. Так, надо кому? Ну, я на успехе на ПВП, может, заберу. Квазбек, пойдем к нам. Запускаю следующего босса, тактика следующего босса. Так. Стрим рассредоточено, появляется портал. Сличимся все в портал. Так, потом появляется вулкан. Я даю деф. Ауру, пожалуйста, файр здесь поставьте. И у кого есть мастер аур, порошок у тебя, по-моему, да, есть? Дай столик, Казбек. Мастер аур нажмешь по команде после моего дефа. Дайте мне 3 это, ауру огня тогда, секси. Секси, я дай, потому что тебе мастер не хочу. У меня есть, я вкачал. Все, хорошо, для этого пускай. Че, Лема, мне первого банить? Они не банятся. Они не банятся. Тут не банятся в Гере? Нет. Все, понял. Их нужно максимально быстро убивать. То же самое, и убивать надо будет бабу, которая с портала выйдет. Геру дадим по команде после появления вулкана. У нас еще КД она. Я в сове, если что. Ты в сове? Да, ребята, смотрите, я соло танчу, так что, когда я говорю бить бабу, свечитесь бабу, потому что я буду агро на него набивать, а не на босса. 5, 4, 3, 2, 1. А удар? Угу. Косты сбивайте, ребят. Помогайте ДКшке. Нет, не сам просто. Портал свич. Маг, ты у нас один. Шаман исполин, то есть вы кружите с этого. Портал свич, вы себе быстрее. Черепом выходим. Бьем моба. Моба бьем. Не спал. А сука, две госпожи вышло? Блин. Молодна тут. На череп набиваю, бро. Бьем череп сначала. Секси побежал. Вторую госпожу бьем. Немножко отъебал. Лос, я сказал бить госпожу Боди Фьюри, тоже госпожу бей, мы бьем трэш. Каст. Вулкан. Так, вулкан свичнулись, свичнулись о вулкан. Сейчас первый массейв дам. Прохил пореду, да. Мастер аур пока не сдавай. Я скажу, когда сдавай. По големам сыграли, по големам играем. Точно по големам. Мастер аур на огонь. Босса свечнулись. Череп захил. Стаки. Так, босса подбежал, блять, оставил какашку, блин. Речь, выбегай. Череп захил. Готовим, сейчас появится портал. Портал заливаем. Быстро очень. Быстро. Давайте, чтобы второй не было, госпожа. Отлично. Залили госпожу. Секси выбежал. Не бежал. Стаки на боссе скоро будут. Стаки 3. Стаки. И на портал даже Геру шаман. Когда появится портальчик. Ну, тут вулкан. Блять,
Беги, малышка, беги! Скоро извержение. Геро. Вулкан, слышно? Берёмся, вулкан. Вы умрёте. Вы... Берём Галену, просто избавляйте. Вы умрёте. Мастера, он огонь, пожалуйста. Маг, беги. Опять не успел убить. Все, добивается босса, портал игнорим. Шамана захил. Чикабум. Портал игнорируем, бьем босса. Я писал, что Серки Анрол. Это по времени со мной. К счастью, вы победили демона. Ох, какое хорошее колечко. Да и зап тоже хорошее. Угу. Блин, все на кастер падает. Да, кастером сегодня везет. Спалин всем. Мах! Блять, ты чё ты дамажишь мало? Блин, я тебе вообще брезгую тебе руки давать с таким ДПСом. 4-8, 2-3-4, это вообще позор. Ладно, отдамся. Кольцо. Вот, вот именно что ты стаки заворовал, ты должен еще в топе ДПС быть. У тебя стаков урон увеличивается. Очень мало даешь, очень мало. Я файри, наверное, больше даю. 2-3-4 у меня тоже. Такой же шмот, как у тебя. Что согласен, на файер? Арканы больше должны давать, чем файеры. Рольте запы. Рольте запы. Да отдавай, у ну, этого испарина есть. Вой, те откуда? Ну сказали ролить, блядь, я ролю. Да фигимно. Ну там могу запы. Мах, если можешь, если... Там, в принципе, крит меткость, кольцо, он у тебя, ты аркана будешь, а, нет, там, подожди. Ну, там меткость крит. А, бля, что это я вообще нахуй не то. Смотри, секу. А, да, это меткость и крита, дай лучше испалим, он больше закатит, ты в аркане у тебя нахер. Там хоста меткость. Нет, кольцо... А, кольцо-то? А, кольцо. Да. Можешь даже взять это лучше. Кольцо нахер руки. Аркана на него очень пойдет. С меткостью питом. Так, Исполин, выходи оттуда. Чемп запускаем. Сейчас требуется ваш максимальнейший контрол и выживание. Самое главное, чтобы дерево сейчас было, блядь. Так чё, Квазбек, пойдём к нам, блядь. Что-то не, давай. Нам Аршам нужен. Да нет, нормально. Один. Так. Блок, блок дерева твое. Так, сейчас я потечу новый способ, кстати. Я думаю, он будет рабочий. Ой, так это, хороший сетап, я тебе так скажу. А, так, секу. Сколько у меня блока там? Ну да, 3 милика, прям верно. Так, короче, кто у нас там? Роберт. Опасных помещаю. Роберт, Шаман и Вар. Роман, квадратик, рога трусы, варк печень. Ну и нахуй ты это сделал, блядь. Что? Кто что сделал? А, да не-не-не, у меня тут душные ребята, блядь, на острове. А, все тихо.
Извиняюсь. Так, значит, первую цель мы бьем череп. Так, а там я буду помечать, кого бить. Так, я влетаю. Лос, ты вытягивай череп, попробуй вытянуть его в рейд. И все, в принципе, хапал. На меня частицу кинь, если что, будешь подкидывать. Значит, от тебя требуется, чтобы ты выпил фаску на броню. Есть у тебя? Ну, у меня нет. Давай, да. Есть у кого одна штука? Да, я тебе дам, давай. Ребята, это Гмар Габзец. Два слова по контролю. Вот на чемпах реально постоянно вайпы, да, но на обычных ИК. Контроль слетает мгновенно. И как дамажить в череп и контролировать квадрат, вот дупля не вижу. Фокус берешь? Ну я понимаю, запомнить цель, да, но либо дамажить, либо контролить. И контроль слетает просто в секунду. Шип слетает моментально. Шип слетает моментально, если это самое, если выходит дамаж. Значит, смотри, ты ничего не контролишь, жди, пока ты стоишь в деревяшке и дамажишь. Если кто-то из меток типа трусов, печеньки и квадратика идут в рейд, сразу начинает переключаться в контрол. Кинул шип, начинает дальше продолжать бить. Шип у тебя длится 8 секунд, потом 4, потом 2, потом у тебя шип димишинг уходит, то есть он шипует в течение 18 секунд. И через 18 секунд ты опять можешь опять шипать по-новому. Макс сейвы, значит, порошочек возьми в запоминание на всякий случай мага, потому что маг будет пизды первого получать, это возможно. И лока возьмите тоже в запоминание цели. Секси-тор, дашь ему бог, если что. Так. Ну, у меня глыба будет на первый случай. Ну, это хорошо, но на всякий случай. Так, давайте добавим пул. Я сразу... Отойдите все назад. Все назад отойдите, я сразу первый включаю. Чё, давайте к исполину давайте все. Так, порошочек со мной будет, пусть стоит. Так, порошочек пей фаску на броню. Шан. Да, шамана нету. Шаманчик, подойди. Ну что-то сидит. Кацуба. Ой, Кацуба, Кацпик. Назад иди. Ну да, в решетку там к остальным иди. Тут стоит только Холи Пал и ДК, все. Казбик, иди в решетку. Не надо ничего не ставить. Он от этой темы сагрится и плохо будет. Все, я запускаю. Череп грипп. Кастер, можете по черепу играть. Идем. Вообще идеально, кстати, вообще не пробивает ничего. Ждем. Ждите еще, ребята, я отведу. Скорее откатится голос, еще одна. Диспел. Бейте череп. Постоишь до меня? Хилить. Подал до ХПК. Надо больше блока, кстати, надо. Не получается. Так, дерево там в контроле. Лок, поферяй там, не надо их кидать. Не кидай эти плюсы, ну когда надо. Фуп, когда будут эти плюсы. Так, смотри, у меня дефов нету, так что хик как можно. Били, кого дальше? Паладина, прибежал паладин. Бейте там, да, пала, либо дерево. Потом вытяните, попробуйте плюсы. Сука, они за жопу, блядь, постоянно двигаются. Пытаются забежать. Жопу бить меня, гады. Закатить постоянно. Диспел, бабл. Нас диспел. Там дерево играть. Дерево убили. ДК, иди, тяни, наверное, давай печеньку. Начинай тянуть там, пока ты бежишь, они уже.
Все, тащи. Ага, без рывок из-за упада. Там можно уже, наверное, так залетать. Не, не залетайся пока, ну вы нахер. Стойте, ждите. Будем лучше... квадратик тяни лучше. Квадратик ничего не сделает. Как гриппы, как откадешится. Ребята, стоим кастером или подойти? Ждем. Все, сейчас можете квадратик, сейчас он к вам подойдет, должен подойти. Тихо, подходит. Ладно, хуй с ним, идите. Да, вот говорят тебе. Контроллер раздаем сейчас. Че, кого бьем? Квадратик? Квадратик первый бьете, да. А, блин, так. О, ферни кого-нибудь. Трусы ферни. Ну я ферну рогу, не бейте. Да, рогу приоритет, блять. Потом ворот будем бить. Чики, мишку прыгни. Караваки тебя ведут, аккуратно. Нет, лучше. В рогу играть. Это трусы, если что. Печень. А, трусы живые, добивай трусы быстрее. Я думал, печенька уже все. До конца сможешь пойти, порошок? Войт, роллите на себя. Бис на тебя. Сук, ты купил что ли? Кастера. Выбил? Плюс войт роли тоже. Кастера ролим. А вы первого босса убили что ли? Да, два босса. Логаться. Не, в ВВК нашим рейдом, да? О, красавчики. Ботинки ролл. О, исполинга С. Исполинга С. Так, можно, да? Я отойду на 3 минуты. Буквально. Давай. Перекур 3 минуты, ребят.
Так, я тут из чё? Я ещё ты чё не ставил, у меня есть. Войт и Чика, короче, запомни, ну киньте меня за поменяние цели. Мне просто говорить тяжко. Когда там будет процентов 50 маны, там киньте Эйнер. Да я послежу. Так, я тут попробую соло отанчить. Так. Че на пол? Води сюда. Войд. Все, запускаю. Берем системный портал. По команде меня вместе, если что. Че, вы, Сань, серьезно двух боссов убили? Ну, да. Красавчики. Да, ну ты че, блядь, че, на чепах, блядь, тоже вайпер. Герду звать не будем, мы на нуба ставим. Так. Квест. Так. Поехали. Пока не врывайтесь. Ждите, сейчас они сами ко мне подойдут. Во имя короля Лича. Обеть. Бьем череп. Умрете. То же самое, что и в обычке тактики. Доход только противника всего по команде. Спецспособность через 5 секунд. Смотрим. Взяли белый портал. Берем крестик. Посадки. Берем череп. Переходить? Ой, перепутал. Да, переходим на другую сторону. Секси, правда, аккуратно. Взяли темный портал. Нет, куда их? Какой темный? Стоп. Бьем, это вот черепок бесит. Быстрее. Каз. Сбил. Все белые порталы возьмите, кто взял темный. Нажать и бить череп. Перепутал. А че мне дон заночил, блин? Фигня какая-то. Вот так дон тебе заночил, ты бьешь другую просто. Нет, я бью по таким же порталам, как и вы. Я же меня вместе с вами. Способность 5 секунд. Взяли темный портал, бьем бьем. Взяли темный портал. Темный портал. Третий быстрее. Две репас, отлично. Похили рейд, рейд подняли по какой, переходим в другую сторону. Очень больно. Давай, хочешь Магеру, давай. Пофиг. Там отказывается. Да. Давай. Сука. Ой, блядь. Ёбаный ты в рот, нахуй. Продолжаем бить, попробуем. А, у нас хилы попадали. Чикабом. Да, падать.
сука, блядь, приебали нахуй эту сука, спину, блядь. Это просто сзади спину при сфере он залетел. Пиздец, блядь. Сука, на такой хуйне сдохнуть просто. Ой, минус плащики, товарищи. Плохо вообще. Да блядь, как это плохо. На 10 СПД больше будет. Ничего такого страшного. Ну, тебе одни плащик можем. У меня получше плащик. Когда-нибудь выйду. Когда они уже нахуй не нужны были. Вот именно. Ну, я бы, блин, бы взял бы себе. Вот на кастере хороший плащ. Ну, можно два челика поставить, сферы ловить. Я буду сзади, где вот вас сейчас будете. Я уже похуй, уже не надо уже плачу, понимаешь? Ну, сразу рыбку кушу. Тогда вообще могу не ловить, могу сами. А попробую топор ловить, может топор упадет, да. На барака. Че на пол? Вам попущаю. 5, 4, 3, 2, 1. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. Способность, 10 секунд, готовимся. Смена на цели, взяли белый портал и бьем уробик. Умрете. Ребят, надо сразу разбить щит, а потом каз сбивается. Кто не знает. На немец мне, кстати. Нет, не собрать еще. У нас есть ДК и есть маг, если что. У вас меткий спад должен быть. Точно не помажете. Так, смотрим. Продолжаем. Ничего не меняем. Способность смотрим. Да поглотит вас. Смена цели. Взяли портал. Ну, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. И дамажим трусики сейчас. Переходим на другую сторону аккуратненько.
Бля, на кой. Остановился. Блин, когда-нибудь будем ставить нормально? Ну, значит, никуда не делись. Сюда. Продолжаем. Продолжаем бить. Почему я, блин, начал появился? Вообще не понимаю. Пиздец, больше поддона ретируется на дело. Шарики занесли. Смотрим. Продолжаем бить. Я сам себе, кажется. Уже можно. Выливайте. Бегать никуда уже не надо. Тоже обидно. Да, по глупости было, так сказать. Хотя я себе заберу. Ой, хороший, кстати. С меткостью заберу. Что, соло затанчишь, ну? Не-не, спекайся, ты на. Я на этих самых посижу. Ну, так если через контроль, наверное, давай тогда. Одного моба в контроль. Ну да, быстрее переведу. С одного да. Зарывания. Так, лок забирает. Что, что? Ну вот и что сами себе. Ну это кажется не быстро улететь, душу нафармить. Зачем? Ну, у меня кончились редарские. Внизу жуки есть. Внизу жуки там нафармишь. Это долго. Чего? Подъем нафармишь. Тут мобы прям под иком. 10 тысяч хп. Тебе полтинник. Четыре серки упало, нормально. Закрашу себе мысленно позавтра. Да, ты, кстати, почему с щитом не бегаешь? Щит я еще не чарил его. Ну, есть что просто. Я сделаю. Я не чарил его еще не с сакетом. И плащ тоже самое. Бан тогда у плащ. О, у тебя щит новенький. Угу. Неплохой такой. Я еще не это самое, ничего не делал еще. Потом доберусь. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое так, мы бы там, не могли ну... пройти. Понял, вас надо было уже поговорить там по поводу этого, что я говорил. Что-что-что еще раз? Я говорю по поводу наглой рожи, там поговори с ним, хорошо? Ага, окей. Да, вон, видите, в десятке вроде нормально даем. Нахуй больше дает. Он просто истерию постоянно получает. Не, ну истерия так няпает ДПС, сам понимаешь. Ну да. Вот у него он покуси задонил тоже. Ну, в принципе. Хуй его знает.
Иди со силок. Соси, соси. Лол хпшный, лол. Да мне не надо, мне их убить просто надо. Это другие души, не локовские. А-а-а. А я без бафа бил на 2%. Потратил на том трая. Все, этих хватит. Все, тогда. Так, 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 так. На пула нету, так что внимательнее. Так, испарин, собьешь одну серку здесь? Другую серку там. А нет, давай его дефьюрити лучше все-таки перебиваешь. Исполин у нас кинет тогда одного моба, любого, который тебе понравится, в оковы. Одного моба я забираю под себя, заведу команду, сразу начинает у него убиваться. Паладин, когда начинает кастовать, как его, теневой удар, дайте ему либо ему точную стан, либо огнистый бес, чтобы сорвать его. Дальше по бобам. Первый боб назовет сексик. Второй боб назовет порошочек. Я думаю, мы за одну перебежку мы его переведем. Но не факт. Зачем? Все, все готовы? Поехали. Сейчас я наберу быстрому. Вот, блин, да, и дальнего, короче. Так, что-то вы зажнались, уважаемые чики. Ну-ка, вниз, стрельну сейчас. В моба поиграйте сейчас. Убейте моба пока. Тут и станы у меня, и всякая такая херня. А, блять, почему моб пришел с контроля? Там скелеты ДКшные бегают. Я понял, понял, понял. Сейчас заберу его. Убейте просто. ДК, потяни, грипни быстрее, вот с копателя. Череп. Грипни, грипни, грипни сюда. Да-да-да-да. ДК, потяни его. Исполин дальнего моба. Контрол. Блять. Сука, что за фиры, блять, блин, я бы. Вот, ну, бляха, мог. Добери быстрее череп. По мобам слышали, столько мобов играет. Столько мобов играет. Размораживаем дальнего моба быстрее. Убиваем его тоже. Убивайте моба, моба, моба. Сичу, сичу, сичу. Исполин, беги там кто-нибудь сюда дальнюю лужу разбейте сейчас. Быстрее. Добили, 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 добили. Сейчас, так, хорошо. Переходим на другую сторону противоположную. Быстрее. Полосу боб дайте уже, не успеете. Лосу. Боб по следующей цели. На ком там череп? Все, вижу. Водите по квадрику. Боб, дали? Все, супервол, вставай. На двух секундах забежишь в лужу, когда останется докончание боба. Есть. Заходи. Следующая цель. Лос. Ги к стеночке. Порошочек боб давал. Скинул с цель. На чеку, на чеку. Чики, чики, аккуратненько. Ну, блин. Ну, куда ты, блядь? Ай. А, блядь. Ладно, извиняюсь. Я полос. Я думал, будет. Сверху сбейте быстрее. Одну. Забегай в серу сразу. Все, успели. Сейчас это самый босс выйдет. Ага. Бьем босса все сейчас. Все, не тупим. Одну сверху там еще остался. Все. Не надо здесь больше разбивать ничего. Блять, нахуй вы лужу разбиваете здесь, не понимаю. Сейчас 3 часа могу будут добираться до меня. Посечно здесь быстрее. Исполин, иди там серку разбей, если есть. Разморозь. Нет там. Размораживайте. Ну все. Подведи. Нет, ДК. ДК, тяни копаться быстрее. ДК, гриб копаться. Так долго реагируешь, пиздец, ДК, блин. Я его не вижу. Блять, расширь камеру, убить его. Тап нажми. Да, не помню. Ну, короче, все, пиздатый вайп. За контроль занял.
Там, блин, там скелеты бегают дукашные. Не надо филять, блядь, сука, нахуй. Не, пускай лучше филяет. Нахуя филять его? Ну, чтобы, блядь, потусовали, я бы это самое. Все, сейчас пиздец такой просто. Ой, блядь. Нормально стан, да, просто мобы. Да что стан, блядь, у нас шариков нету, сейчас издыхать. Офиг на шариков. Не шариков убивает. Просто мы изначально неправильно бегали. Бабу, если что, пожмешь. Все на другую сторону перебежали. Быстрее. Пока я тебе попробую. Давай, жми бабу, пускай кто-то. Подожди, подожди, подожди. Зажми. Блять, красавчик, нахуй. Ладно, падайте. Кто нахуй, сука, сферы разбивает, блядь? Вой, ты нахуй? Какого хуя столько много луж, блядь, было? Должно быть две лужи сначала. Одна в начале, где мы бьем, и одна в конце. И на перифазе то же самое. Две лужи. Больше не должно быть. Их всего 5 штук. Запомни. Когда босс как... закопался первый раз, он разбил сразу лужу, на которую стоял. Уже нет, не на второй перифазе именно конкретно. Там уже была... Вот когда появился, ты сразу две лужи разлил. Какого-то хрена зачем-то, не знаю зачем. Тань, смотри. Когда перед тем, как он взрывается, no. ты либо ДКшка от стойки отводит его в сторону, и в это время мы добиваем... У нас ДПСа. ДПСа. Посмотри на ДПС. Короче, те, кто, те, кто дают 5 и 6К, должны 9 давать. Мак и ДК. Они дают хуйню. Что поделать? ДПС и ХС. Слушай, да, так ты мобов смотри тоже, а не босса. Блять, ДК, ну что это такое? Ты, блядь, должен ебошить нахуй и все видеть, блядь. Тебе, как минимум, ты имеешь мотом, должен быть ДПС, я не знаю. Тебе, блядь, две плиги нахуй. Тебе, блядь, 9. Да это какая-то ерунда. Я в худшем шмоте там, ну, нормально давал давно этот ДПС. А так. Как ты мобы не видишь? У тебя таргеты вообще включены? Бля. Да. Ну вот я на локе на своем стою, я все поле вижу абсолютно, каждый таргет. Отдали камеру, да смотри. Кликнуть это несложно. Там же не 10 мобов вылазит, а 2. Так, смотри, короче, ДК, такая фишка. Я буду возить босса, ты моба грипаешь, таунтишь. Отведу босса и... Бля, я забыл, ну, то есть, по обычной тактике, бля, я уже забыл. ДК, давно не было, он убил. Ты грипаешь моба, там тишу на себя. В этот момент вы должны его просто, ну, уничтожить за секундное время. Давайте еще раз. Сейчас еще раз. А ты метку там, поставишь, да, на какого гриппа? Ну, ты увидишь там, кого гриппа. Там будет фоковых один, а второй бежать там. Который бежит, там его сразу грипаешь. Лапу друид. Триста баг. Секси, дай кулак по друидам. Блин, дай баф. А чё, дестрики не бьют мобов? Что-то не понимаю. А, 800 тысяч. С чего бы это не бьют? Я думал, ты Африка. Не, я в дестрике. Всё, все готовы. Сейчас буду, блядь. Одну лужу сразу тут разбейте. Давайте DPS, блядь. Яйца. Вот циферки нужны ваши. Вот, блядь, чё за две лужи, нахуй? Чем? Зачем? Крипим оба. Блядь, чё там в КД? Ну, ёбаный. Моба, отлично, блядь. Рома вас ищу. Разгрузили его. Мы обойдаем. В босс играйте, клею через клев. В босс убираем. Спалим. ДК дальнего гриппни сзади. Бежит. Ебаные скелеты, ДКшные, блядь, спек нахуй меняешь потом.
25 стан, фигур. Стан, по-моему. Стан дал, дал, дал. Стан, дайте еще один стан. Мобов быстрее чуть-чуть. Мобов уничтожить просто. Что дайте? Не успел нахуй. Одну лужу там разлейте. Пробуем так, возьмем. Сам себе зашел. Вас еще раз, блять, нахуй. Я тебе просто поменяю тебе ни фени, блять. Так а что не так-то? Что не так, блядь? Ты скрит эти ебаные, блядь, мешать, понимаешь? Ну 5, давай 5. Я этот, у меня фрост пек есть, я мне только пушки надо в банке взять, все. Вивика, блядь, это, ну, 25-ка это вообще непростительно будет, если будешь у него заниматься. Так они от меня не зависят, они сами я встали. Понимаю. Так, ну, я... Нет, без проблем, давай я сейчас этот возьму в банке. А, да, блядь, потому что анфолик в ВВК вообще нафиг не дает. Ничего не дает. Просто будет больше полис. Блядь, чехобунт, ну, бля, пипец жестко рвет. Ну, блядь, че, я только за себя дам. Давай пока еще не делаешь. Блин, он только на себя будет кидать. Какая серия серии нет у нас? Не, вон там. Меня эти скелеты тоже бесят на самом деле. Не, не нормально. Они как-то неправильно работают. Они должны бить цель, которую ты бьешь. Они. Да, да. Они бегают вообще. Да, да. Я не агрессы и полная жопа, блядь. Я знаю это вообще. Но я это портуюсь тогда при сумоне. Не улетай, я дживса поставлю. Не надо, пока ничего не делай. Так а зачем мне твой дживс? Так в нем банк есть. А если он не инженер, как он возьмет? А что, разве он не может в банк? Я не инженер. Если не инженер, то не возьмем. Все, забей еще раз, давайте сейчас так. Если нет. Да давай я сейчас спегну, но они действительно. Да, да. Идем нет. Так. Сейчас по другой хуйне было. Сейчас еще раз. Спасибо, пульнем. Ну, мага вообще пиздец. Ну что я сделаю? Не доигрывай. Не хочет играть, мага. На свой класс. Ребята, я бы с радостью, но я не знаю, что и настой, и фласка, все есть, но в чем дело, не скажу. А маг какой, аркан? Аркан, да. Так у тебя, блядь, тринка с интеллектом, блядь, ясно. 200-ю тринку купи себе, спрок на СП. А что есть лучше? 200-ый левел, у тебя шеи нету, второй косяк с острова. Ну, она не намного лучше. Намного. Она бис. Да. На бис будет идти до целка хэма тебе на заметке. Не слушай их, я и на сове без шейных нормально топовый ДПС сдаю. Угу. Что, угу, угу. Ну, хорошо, ну да, МП5, да, вообще профит, блядь, 226 шея. Намного лучше, блядь, чем 232 шея с проком на СПД, блядь. Лайк, нахуй. Вообще на пол. Стайс еще не хватает. Блять, забудьте заранее было смотреть. Блять, еще и ЛКК мне еще есть. А у тебя глиф на фокус стоит? ЛКК мне нету. Ребят, если дело в дамаге, без проблем абсолютно, я спокоен. Если нужно, замените меня, чтобы вы быстрее прошли. Да кем уже заменять? Уже КД ну, повешен. Ну. А, блин. Давайте еще на пух. Раз пошли уж, туда идем. Моя каски нету по друидам. Баффу, подожди. Да, и по ДК тоже каску дайте. Да сейчас я всем каски шушу, блядь. Все, все готовы? Так, нафиг чеки. Сразу врывайся, как можешь. Тебя бзилки снять все. У меня робу что же давать. Все, все готовы. Сейчас, секундочку, ребят. Так, добавим получать. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет важной, мать твою. Давай, хуярь.
вот. Помощники выходят. Заберут у нас на какую. Сыграли вкупательно. Босс играется через гриф. Любого моба. Дальнего за контроль. Сами пока забрал. Высочнитесь быстрее моба. Моба, моба, моба. Приоритет моба. Точно по мобу. Заберите его куда-нибудь, если бы не было. Трол моба, грипп. Надо быстрее моба играть. И гриппать быстрее, блядь. Ладно. Добивайте быстрее его. На той стороне должна быть лужа. О, сбеги. Идите боб ему. Секси первый твой боб. Не забегай пока в лужу, стой, жди. А, наконец, бей. Можно дальше. Боб, давай. Не достаю. Ну, блядь, сказал бы уже, ёпта, знаешь, не достаёшь. Жди 2 секунды, с окончания 2 секунды зайдёшь в лужу. Всё. Ещё одну лужу можно разбить. Снэкси дашь? А, не, не, во мне. Ковараги. Беги к стеночке. Оборкать. Оп. Всё, больше лужи не используем, у нас осталось 2 лужи. Даже 3 летающие, 2 точнее. Все, не используем их, просто кайтим. Шаман там прожмешь, инженерка, видел, у тебя есть. Норм. Боссы сущнулись. Ну ко мелкий трэш, подведите просто под босса и все. Дай бдилку на локер. Сейчас. Трэш сыграли. Покайте его как-нибудь, не знаю. В моба сыграли быстрее, чем репоста. Синего избить. Сбейте, сбейте по самому. Все, в трола грипп. Гриппай, 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 гриппай. В трола сыграли быстрее. Гриппаешь ты, когда уже он под боссом. Охуенно, блин. В босс играем. Одного моба их сразу сыграть по мобам. Играйте в моб. Кстати, забери его, я сейчас уже начну босса водить. Запас он испытает. Второго моба сейчас по мобам чисто играйте. Второго моба гриппа, который в цепях стоит. Дайте его, гриппни. Все, бейте его. Все, ну бра завелся, аккуратно. Добивайте быстрее трэш. Бобов у нас нету, да? Нет. Чикабум. Стой уже пока. Да, уже слишком близко. Блять, очень близко, очень хуёво. Блин, у меня копии насбивали какую-то хрень. Так, на ком сейчас? Забегай его уже быстро. Как ты маг вздох, блядь? Чё ты так на... пипец, блин. Только главное, чтобы не переключил. Так, нормально всё сейчас. Череп. Втучка действует или нет? Да, нормально. Давай. Так, у нас еще одна лужа должна быть или нету. Отойдите на максимальное расстояние от это самого от исполина. На максимальное раньше отошли. Один успел. Беги, малышка, беги! А маг как? Маг что, зацепила, что ли? Маг упал. Беги, череп. Ты прожми спид свои. Давай. Исполина БР? Да, исполина БР идти. Бьем босса. Пизду падайте. Стоп БР. Да, блядь, я уже отдал. Да, вы по скоробеям вообще не играли. Меня грызу, и Аршама грызу. Падайте. Стоп хил. ДПС проходимый. Убивается, все.
Кого бить? Кого ты хочешь бить? С кем ты хочешь бить? Скажи, пожалуйста, Шуман. Подложь нету просто. Подойти, говорю, стоп хил, блядь. Шуман, не тяни время, пожалуйста. Лужи на самом деле вообще не обязательно. Если мобы будут очень быстро сливаться, они не успеют взрыться. Вот вся фишка. У нас минус 2 ДД. Кем ты будешь бить? Плюс минус один хил еще у нас был. Мак, ты тактику знаешь, что нельзя стоять на пути шипов, когда они идут? Ты должен в сторону. Да, я просто с лужи вышел и завтыкал немножко. И не прожался, и не там стал. Больше ДПС по скоробей давайте, ребят. Че, давай два танка. Зачем? Сейчас все нормально будет. Сексик, заберешь карающую, когда вторая пачка трэша будет идти. Заберешь на себя одного моба. И когда останется процентов 10, размораживается второго моба и его ДК грипает на него. Ну, так было уже не делать, потому что он получит кучу стаков и сдохнет просто. Не-не-не, там пока ДК чухается, 10% сольется, так что нормально. Я с этим счетом беру его. Так, давайте еще нападаем. А тебе глиф на звездопад стоит, кстати? Будет. Хуёво. Лапку. Лапу. Я же про это и говорю. ВК пулите, там две первые сферы и падают от этого. Там бы еще бы одна сфера у нас была. Сейчас была, ничего не падало, сейчас исполнение сбивает. Сейчас на предыдущем было. У нас первая лужа сбивается просто. Под шипами. Давайте вообще на пул. Там не должно быть. Уводи фили. Все, все готовы. Фридом работает, кстати? Ну, как не теперь, он... О, работает, отлично. Моба сыщу. Еще раз, контроль его. Да откуда мертвец взял? Блять. На боб быстрее залейте. Залейте ему боб быстрее. Блин. Нахуй. Иди нахуй, мне спек меня, блядь. Ебучий свой, блядь. А ты что, не фронт ДК? Я не понял. Да я ванхольк, я же сказал, давайте я слетаю в ванхольк. Иди спек. Думал, ты сбегал уже давно. Не-не, Бьерн же сказал, что не надо. В смысле не надо? Еще как надо? Ну, я спрашивал, мне сказали, что... Я сказал, что... Ну, иди делай спек сейчас. Да у меня есть, мне только пушки взять и все, банк. Иди, пошли, вообще забираю банк. Там ДПС хоть будет у тебя? Да, конечно. Ребята, а что я за косяк сейчас упорол? Гляньте информацию, смейте, что за теневой да, удар? Да, не ты виноват. Если мобу не сбить каст, он рандомному человеку за спину портуется и убивает. Я понял. Это самое. Что готов, Сумонти? Сейчас добегу Сумона. Так, слышишь, Секси, у тебя ж покаяние вкачиваешь, правильно? Хорошо. Локовский эфир работает на жуках? Нет. Только паловские, да? Сейчас у нас два пала. Да норм будет.
Фир, потом совы, ветерок. Ну смотри, что у нас есть. Значит. ШП, оковы, ДК. У тебя оковы и. ДК бомжи. Нет, это уже на критической ситуации. У нас 4 контроля есть, если что. Те нормальные. Так, сейчас, секундочку. Тогда сейчас суммоним лосс. Получается, сейчас на первый пак. На первый пак, значит, исполинные оковы. А порошочек даст сфер свой и поддерживает. Нет, смотри, смотри, первый нужно по-любому сливать, а уже второй только оковы. Да, ну там, господи, там два пака трэша и босс упадет. Тебе кажется, что упадет. Ну ладно, тогда давай тогда первый зальем туда. Ну с дотом вы как убивали, сколько паков было? Ну первые два убиваешь, а потом начинаешь контролить. Интересно. Потому что за это время вылазят 4 моба. Угу, я понял. Давайте вообще на пол. Так, пусть баф, и лапа нет. Пусть баф, да, еще раз. Господин. Все, все готовы. Добавим получаем. 5, 4, 3, 2, 1. Кстати, себя фидом понесу. Босса, переключились. Ой, босса моба. Моба, моба добить. Синего сбить. Добейте моба. Размораживай. ДК гриппа сейчас за него. Гриб. Гришка, красавчик, что хорошо. Добили моба быстрее. Собираем. Так, секси, сейчас на себя заберешь моба, затон. Так, постою. Freedom дал, понятно, хорошо вижу. Вижу босса. Трэш бейте, трэш, давайте сначала. Еще раз заморочила. Не дам. И свет разливайте. Надо еще раньше уходить было. Ладно. Тоже давили быстрее второго моба. Все парься. Палю. Еще пару трав сделаем. Ты видишь, мы еще вот он там. Он, ну, двух жуков сразу убиваем. Не без контроля, а просто. Станок даем и все. Там два станка у вас? Нет, один. Как бы он поддерживает? Донт в соло танчит. Донт в соло танчит. Паладины просто станет. Один одного, второй второго. У нас ДПС не такой, чтобы взрываться. У нас, блядь, два вагона, даже три. Блин, нихуя не дамажит. Поэтому так. Не, нас ДПС проходим, и нормально все просто. Сейчас пораньше босса надо будет вывозить. И... Слажнее делать, мобов притягивать и доливать. И почему, блядь, когда я возил босса, почему моб вырвался? С цепи твоих. Тоже это косяк, тоже считается. За это можно сказать и упали. Просто вырвался моб.
Ставлю рыбку. МК, дай по локу. Все, все готово. Запускаю. Фридом. Так, здесь что собьешь кастома? Второго моба разбан и ДК гриб ничего. Гриппер. Надо его гриппать прямо под босса, чтобы он не шел. Знаешь? Он, блядь, его когда там чего, чтобы он ушел уже. Я его сразу бить начал. А пока он идет, у меня гроз летает. Пока он идет до меня. Бейте босса. Секси трой, сейчас не застанет, забили, затамьте моба. Сплин. Все. По мобу сыграли. Шаманчик сама побежишь. Разбанить моба. Грип, грип, грип. Свич. Охуево. Сейчас на ком метка будет, выйдите, пожалуйста, служи и к стеночке укрытись. Потом моб дадут. Секси передает боб. Секси тролль, спасибо, боб наш. Выбежал. Быстрее добить моба. Отлично. Весь след на другую сторону перебежал. Боб. Где боб, ёб твою мать нахуй? Я крылья прожимал. Блять, падайся. Беги, малышка, беги! Это последний трав. Лишь, блять, мозгов пиздец, ребята. Ну следите за дебафами своими. Что у вас есть там? Три мобов, когда они одни, они не сильно бьют. Когда два моба, они уже убивают. Вот. Стал можешь дать. Они там не особо сильно бьют. Ладненько. Когда они по одному. Последняя рыбка, кстати. Так себе где там бежишь? Че на пол? МК, да, это уже пол. Уже. Все, видел.
Добавим пул. 5, 4, 3, 2, 1. Это место станет вашей могилой. Размораживайте его второго моба. Так, репер. Слышитесь, моба. Все, можете бить босса через бит, короче, зови. Босса греем. ДК сейчас на себя затанчишь. Ну, копи за стаки даже там. Ой, ДК куда упал. Все, выложу босса. Трэш, все, надо. Второго там убили. Все, размораживайте. Грипп ДК, гриппы, гриппы, гриппы. Затамьте его ДК на себя, если что. Били моба быстрее. Все, быстрее, 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 быстрее. Чикабум. Служи, ушел. Не служи, не служи. Служи, служи, дайте ему фридом. Боб, дайте ему сейчас. Секси первый дай клет. Боб, Боб. Боб, ближе к лужу подойди. И за 2 секунды зайдешь в лужу. Да, останется в Боба до конца на 2 секунды. Все, к стеночке сейчас утритесь на комбой. Ага. Следующий порошочек отдёрнет. Сам, беги в стену, беги в стену, чё ты ждёшь? Подальше, подальше. Боб. Поздно, да, ладно. Обратно побежали. Заходи в лужу, заходи, заходи. Всё, больше не будет у нас... Мак, к стеночку... Куда ты нахуй бежишь, блядь? Нормально, на меня кинул. Ой, блядь. Сука, бестолковый, блядь. У стеночку прись. Все, отлично. Босса ставлю в лужу. Перевесь бью. Ну, вот. Сейчас. Сейчас скину. Блять, у нас там поржавчик. Таня, пока. Что? Моба сыграли быстрее. Босса. Босса, подойди. Маг боссу подойди. Размораживайте моба быстрее. Разморозили. ДК гриппил его. Сыщенность тоже быстрее. Снова пачка придет. Быстрее, быстрее моба добили. Босса бьем. Все то же самое делаем сейчас. Пал забираешь. Блять, шуман, кнопка. Дайте фридом по мне. Быстрее, быстрее. Моба, затаунтите, тебе в лужу поставьте. Какого хуя, блять, секси? Ай, блин. Быстрее, быстрее, увожу его. Второго загрипали, уничтожили его, быстрее. Так, одну лужу пожертвуем, ничего страшного. Шуман, беги. Бобов у нас нету, если что. Станьте себе лужу, шуман, пусть сдохнет тогда. Лужу все стали быстрее. Понятно. Душочек бабу обрамили бы, не знаю, что-нибудь. Забегай в лужу. Забегай, 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 забегай. У нас боба. Я не помню, что на приколе, что хуйня какая-то. Ну. Шуман, сам станешь, в Эдифюри дашь. Чики дай БР по Эдифюри. Естественно. Все нахуй, папись. Гой еще один пробовал. Ластрай, ребята, сделаем все, последний точно. Так какой у вас, Саня, маг вот этот, которого ты взял, блядь, на дамаже уменьши миллиона, ты 500 000.
Ну, блядь, ну по ДПСу проходим. Мы вот вторую эту хуйню пережить, закапывание. Все, босс переводится. Ну, за ДПСа хватит его убить. Затушите его так. Ну, один тайт делать давайте. Так думаю, 24 есть, он будет ёбать нахуй нормально. Вот. ДКшник сферы не оттягивает. Хотя должен оттягивать гриппом своим. Видимо, он не знает, что так можно делать. Сейчас объясню ему. Ну, я пока по команде, я, да, не делал. Ну, ты как? Если сферки далеко летают, да, вот, допустим, в центре комнаты, ты их вытягивай их на край, ближе к краю, вот, либо сюда, где печенька, либо аналогично, вот, на той стороне, где мы бегаем, чтобы лужи не были в центре, понял, да? Да, да, их гриппать, да? Да, и просто гриппаешь, и все. Все, давайте последний бурчат. Краска друида. Дай на меня сразу. Не, я лучше коту, кот сам уже скажу сначала. Да, и после 30 секунд можешь давать локу. Все, все готовы, я запускаю. Моба, свичнулись. Второго моба разморозить и гриппнуть его. Блядь. Вой, дай БР по секси-троллю. Затамьте этого моба сюда. Попало по себе в дебаф, сделай себе пристабаф на хп. После всего, давайте, босса бьем дальше, босса. Секси сейчас там, ты ж, фридом по мне. Сразу свичивайтесь в моба. Стан дайте ему там. Второго грипп, стан, если есть. После гнев небес подписаться. Сейчас заберу подругу. Все. Сеночки на ком там череп. Весь свет на другую сторону пошел. Боб. Боб. Лево. Есть. Второй боб у нас порошочек берет. Сеночки ближе, сеночки, извините, с чекабуми. Сеночки налево. Ну, если смотреть на шипы. Дадите ему левее, стань немножко. Боб, пошел. Отлично. Ближе к луже стань. Блять, что за лужа в центре? Где бы ваша мать? Ну, она самая это, дальняя. Лос, к стеночке дальней, беги, не забегай в лужу. У нас сейчас просто секси тролль к стеночке. А Боб мелких уничтожить. Беги, он сейчас вырвется, не переживай. Все, в босса играем. Фридом по мне, пожалуйста. Где обычная лужа, кстати, очень даже. Где лупа на локах? Поближе встань, чтобы я не делал, не вирусы. Встань, не пока. Давай, подошел. Моба, свич. Второго разморозить и притянуть. Добили быстрее моба ОХП. Притягивай, ДК. Все, вот здесь. Достань, не могу забрать. Чтоб вы ДК ближе к моему лицу. Сами ближе к боссу, к ебосу в следующий раз.
когда будешь делать. Секси затанчи, ага. Моба сыграли быстрее. Я ему еще дам стан первый. По мне фридом, быстро. Так, бобов у нас нету, так что сейчас будете аккуратно это все делать. Второго гриппа надо себе убить. Все. Сколько у нас луж осталось? Раз, два, три. Целых три было уже, четыре даже. Убили. Дальнюю лужу сразу там можете разбить спокойно. Бобов у нас нету, то что забегайте в лужу. Все, если я в другую сторону перешел, весь свет на другую сторону перешел. ДК, видел? ДК, ромбик. Это не я ее сбил. Нет, ты не сбивать ничего. Забегай в лужу сразу, чекабум, прожмись и забегай. Ага. Все, все на дальнюю лужу побежали быстрее туда. Порошочек, беги. ДК, ромбик, видишь, где вот... Ставь печеньку и притяни ромбик сюда. Лужу, лужу, порошочек, лужу. Лужу забегает. Сюда тяни быстрее. Быстрее. Мак, убегай. Мак, убегай. Беги, малышка, беги. Нахуй ты глубу прожал. Сова, забегай быстрее. Лужу, лужу, сова. Лужу, забегай. Ну хули вы стоите, блядь, нахуй. Дауны, блядь. Сука, блядь, нет слов на вас. Ой, блядь. Шаман, есть стать у тебя? Короче, Чика, подними в дефьюри. Да. Падайте, нахуй. Билы, блядь. А почё тут пугов? Тут один, блядь, вагон только пуговский, остальные вы все вагоны, блин. Ну, большая некоторая часть рейда. Всё, ребят, всем спасибо за рейд. Всем пока. Взаимно.